условиях пандемии, чтобы одержать верх в борьбе с вирусом, важно действовать сообща и остановить его распространение. Если вирус не побежден везде, он не побежден. Вместе со своими государствами, членами и финансовыми институтами мы выступаем единой командой Европы, объединяя ресурсы и предоставляя помощь в различных сферах нашим странам-партнерам, включая Беларусь. Сегодня мы рады осуществить еще одну поставку медицинских материалов и средств защиты для поддержки системы здравоохранения Беларуси. Более 2 миллионов медицинских масок, 1 миллион респираторов, лицевые щитки, медицинские халаты. Все это поставляется в рамках инициативы «Солидарность во имя здоровья», которая финансируется Европейским Союзом и осуществляется в партнерстве с Всемирной организацией здравоохранения. Хочу высказать слова искренней благодарности Европейскому Союзу, Всемирной организации здравоохранения за оказанную гуманитарную помощь в виде средств защиты в борьбе с нашей общей проблемой коронавирусной инфекцией. Данная помощь непосредственно в ближайшие день-два будет распределена и поставлена в регионы, то есть именно в клиники, поликлиники, непосредственно тем работникам, медицинским работникам, которые на сегодняшний день это необходимо. Особенно это отрадно, действительно, что помощь прибыла. Действительно, как борьбы мы ожидаем все же, готовимся к возможной второй волне. Хотя надеемся, что ее не будет, но действительно она вовремя, поэтому огромное спасибо. И заверяю вас, она попадет непосредственно туда, там, где она сегодня необходима.